Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Сегодня, как всегда, обсудим рынок на ближайшие пару дней, посмотрим, какие сделки были вчера. Напоминаю, у нас уже есть традиция писать в чат, кто сколько прибыли забрал за прошлый день. Это будет интересно, я думаю, не только мне, но и другим участникам нашей беседы. Пишем в пунктах, а не в долларах, потому что депозиты у всех разные, и каждый сможет прикинуть именно в пунктах, если бы он открыл такую же сделку, сколько бы он заработал, ну или потерял, если сделка отрицательная, соответственно. Также, если есть свое мнение по тому, как будет вести себя рынок в дальнейшем, пожалуйста, пишите в чат, опять же, обсудим, для того, чтобы у нас был именно диалог, а не монолог с моей стороны. Если будет вначале сложно воспринимать информацию, если вы, например, только новичок, то пугаться не стоит, просто немножко непривычно некоторые вещи будем рассматривать, так как мы уходим в плоскость цена и время, а не стандартно линейно работаем, цена пойдет вверх или цена пойдет вниз. Никакие построения запоминать не нужно, потому что я вам вот здесь сохранил данные. Я вам дам ссылку в конце мероприятия, аналитика от Ершова, выбираете и у вас подгружается абсолютно все так же, как у меня. Сразу отвечаю на вопрос, который, возможно, у многих возник. Возможно, у вас перестали работать скрипты и индикаторы из раздаточного материала. Я обновил версии, и сегодня всем необходимо скачать раздаточный материал. Он заменит старые версии, и все снова начнет работать. Плюс ко всему, сегодня добавлена демо-версия 38 попугаев в раздаточный материал обновленная, которая будет работать до следующей среды, если я не ошибаюсь. Поэтому даже те, кто работает на демо-счетах, спокойно смогут попользоваться данным индикатором. Вот, собственно, из вводной части все. Сейчас посмотрим, какие новости выходят, и начнем обсуждение. Я пока с экрана исчезаю. Так. Со связи вижу, у нас пока что все хорошо. Что нас ждет сегодня? Сейчас календарь новостей открою. Так, сегодня пресс-конференция Банка Японии была, ну, фактически по процентной ставке ничего не поменялось. Так, и когда придут американцы, вечером будет индекс деловой активности в производственном секторе, индекс постепенного разгона инфляции и еще выступление главы Банка Канады уже вечером. Вот, так что в основном только во второй половине дня уже с приходом американцев будут какие-то важные события происходить. Так, теперь переходим на расчеты. Так, значит, Харами не получилось, потому что обе свечки одного цвета, просто получилась коррекция, отработка дивергенции. Тем не менее, движение вверх пока что не развернулось. У нас нет никакой разворотной конфигурации, так что пока 99.54 скидывать со осмотрения мы никоим образом не можем. Так, вижу, еще подключились Владимир, Михаил, Виктория, Антон. Приветствую всех. Так что в перспективе где-то до первой декады декабря у нас потенциал движения вот сюда вполне может быть. Ну, это вы слышали и вчера, поэтому, я думаю, вряд ли кого-то удивил. Основной расклад здесь будет играть выборы президента в Соединенных Штатах и процентная ставка по ним же. Вот. Здесь на часах, если спустимся немножко пониже,
Цена немножко отошла от любимого угла 98-65, она еще раз к нему возвращалась, не получилось пробить, отошла назад, развернулась по времени. Сейчас, скорее всего, попробует еще раз. Стукнут 98-65, хватит селенок или нет, узнаем уже, скорее всего, тогда, когда будут публиковаться новости по Америке. Сейчас пока что в таком подвешенном состоянии находится. Если перейти на более маленькие таймфреймы, мы с вами выделили наиболее важные значения квадратов цен по предыдущему периоду, то есть по предыдущей неделе. Ну и здесь мы, собственно, видим третье касание, да, которое уже начинает отрабатываться. То есть предполагается, что где-то до 19 часов по времени MetaTrader она может приподняться где-то вот сюда, в район 98.57 или 98.58. И дальше уже колебания будут задавать новости, которые будут выходить во второй половине дня. Так что пока каких-то там радикальных изменений здесь не ожидается. Теперь посмотрим еврика на днях. Сейчас вот уже будет вырисовываться здесь максимум. Если вот еще вот эта свечка и следующая свечка будут медвежьими, то мы вот этот угол перенесем и уже будем ждать дневного сигнала, потому что евро потенциал падения еще не исчерпан. Напоминаю, уровень 1.07220 мы рассматриваем уже на протяжении нескольких месяцев как достаточно такую далекую цель, которую можно будет забрать вместе со следующим импульсом. Так, вижу сообщения уже в чате пошли. Так, Михаил пишет: Алексей, на бирже ICE на индексе доллара поменялось сопротивление. Теперь оно стоит на 99.50, 99.70. Основные контракты на продажу. Так, давайте отметим. Так. Мы их здесь и здесь вроде ставили. И, кстати говоря, получается, квадрат цены совпадает с расчетом, который предоставили. Так, давайте 99.50. Очень близко к любимому углу. И на всякий случай в виде полоски выделим 99.70. То есть вот где-то вот в этом диапазоне. Так, ну и давайте сразу отметим везде. Три разных расчета, и все фактически совпадают с предоставленными данными. Любимый угол по дням совпал с уровнем по ICE. Часовой любимый угол тоже совпал. И расчет по диапазону, но чуть-чуть с большей погрешностью. Вот это через один цель, то что мы обычно ставим, с небольшой погрешностью тоже. Получается, совпал, то есть 10 центов цена отличается. Так, спасибо за уточнение. Давайте вернемся к тому, что рассматривали. То есть третье касание, скорее всего, отскок. Но пока что сильно далеко вверх
Не смотрим для начала хотя бы 98-58, а там уже, когда новости по Америке выйдут, тогда уже, может быть, ломанется и наверх. Первым признаком того, что он сбегает на обозначенный уровень, будет то, что он пробьет 98-95. Так, Еврика посмотрели. Теперь более маленькие таймфреймы. Вчера обозначали новые углы. Получается, сразу после аналитики пробил вниз. И потом после публикации новостей убежал в другую сторону. И получается, здесь даже маленький дивер был. Вот, соответственно, кто успел, тут буквально там чуть больше 10 пунктов могли укусить. Переносим один угол сюда, один вот сюда, и с тех пор нового сигнала мы, к сожалению, не получали от него. Посидим, подождем. Так, еще вижу сообщение. Да, я тоже часто удивляюсь, как такое совпадение происходит. Какой гениальный был Ган, когда придумал такой расчет. В то время это было вообще космос. Тогда никто не мог предположить ничего подобного. Самое распространенное было свечной анализ и баровые графики. Но у Гана, кстати, были еще своя собственная методика отображения баров, отдаленно похожая на вот то, что мы с вами вот здесь видим. Вот. Но для него ключевым моментом было не тело свечи, а именно тени. То есть у него было не две засечки слева-справа, у него обе засечки были слева, и там была одна в виде крючка, как обычно, а другая в виде точки, чтобы различать open и close. То есть это был такой гибрид между свечой и баром. То есть это были именно бары Уильяма Ганна. Но здесь их, к сожалению, нет, поэтому показать не смогу. Их вырисовывают обычно только если график на бумаге рисуют. Вот это вот для тех, кто маньячит, именно рисует на миллиметровке, особенно это касается тех, кто рисует углы дотошно, с максимальной точностью, то там как раз есть еще дополнительные сигналы, если правильно пользоваться его манерой отображения графиков. Но это нужно иметь просто колоссальное количество свободного времени. У меня на это терпения не хватило. То есть я одно время порисовал, потом понял, что этим можно заниматься, если больше вообще ничем заниматься. Для этого нужно, чтобы очень хороший начальный капитал был. Ну, собственно, поэтому он себя так и зарекомендовал в истории. Так, дальше. Вижу, еще сделки пошли. Так, Глеб пишет, по евро стою в покупку 27 пунктов и 17 пунктов. Желательно сопровождайте сделку, потому что здесь вот такая очень пакостная ситуация сейчас образуется. Смотрите, у нас максимумы падают, а минимумы растут. Да? То есть это сужение диапазона идет. Обычно такое происходит, когда неопределенность на рынке, когда народ не понимает, что происходит. И некоторые крупные участники, которые имеют возможность выйти с рынка, они уходят, за счет этого уменьшается амплитуда колебаний, то есть волатильность. Поэтому, возможно, все ждут новостей по Америке, и потом уже волатильность увеличится. Поэтому, чтобы вас случайно с рынка не выкинуло, на всякий случай лучше сделки сопровождать, те, которые открыли. Те, кто сейчас вне рынка, просто банально сидим, ждем, куда пробивать будет. Поэтому тут очень просто. Так, следующий фунтик. Фунтик вчера дал сигнал на покупку вот здесь, но осциллятор сказал, что лучше не стоит. И, собственно, осциллятор был прав, потому что цена вверх пробежала 34 пункта. Для фунта в последнее время это не расстояние, да, и благополучно это зависло. Сейчас переносим. Если есть храбрые трейдеры, которые вошли на рост фунта, то было бы интересно узнать, кто сколько забрал. А мы пока что переносим углы, ждем следующего сигнала.
Так, еще вижу комментарии. Все правильно, он понял, что тени свечей, в них тоже есть контракты и интересы покупателей и продавцов, просто их меньше, чем в самом теле свечи или бара, и борьба идет меньше между ними за счет низкой ликвидности. Так, благодарю за сообщение. Как-нибудь, если выделить время, наверное, можно будет на каком-нибудь из клубников рассмотреть. Именно как Ган отображал графики, там у него тоже есть пару своих изюминок. То есть у него было три своих индикатора, которые отображали просто манеру отображения тенденции. Это краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, вот, которые в принципе отчасти можно приближенно отобразить в виде вот этого индикатора. Вот. И также он использовал углы, ну, вот мы с вами в приблизительной форме их используем, квадраты мы их считаем точно, вот. И он еще использовал астротехники, кто на клубном дне был в прошлом ноябре, помните, да, но там заморочка очень большая, там один квадрат посчитал, получается убил минут 20, как минимум, при условии, что уже быстро их считаешь. И потом влияние, соответственно, циклов, которые влияют на толпу, как правило, тоже рассчитываются. И в этом случае уровни по времени или по цене, они чуть-чуть сдвигаются либо вверх, либо вниз, корректируются там. Но это уже для гурманов, кто хочет забрать там пункт в пункт расстояние. Я думаю, так маньячить не обязательно. Если сомневаешься в тейк-профите, можно тупо стоп за собой тащить и все. То есть тогда тралов не было, да, обычно, к тому же еще в полуавтоматическом режиме, который есть. Поэтому старались максимально точно рассчитать. Сейчас, я думаю, таких вещей не нужно. И еще у него был инструмент, это так называемая коробка Ганна. Это, по сути, усложненный вариант углов. Когда график вписывается в квадрат, и из вершин квадрата строятся вот те самые три угла, которые мы с вами обычно рисуем с помощью веера вот этого. Вот. Но эта тема даже не для одного занятия обсуждения, а, наверное, для целой череды обсуждений. Поэтому сейчас пока про это говорить не будем. Так, Александр задает вопрос, как вы трактуете предостережение осциллятора? Трактую максимально просто. То есть, исходя из того, что формула была изначально разработана именно для того, чтобы он предупреждал, поэтому как раз здесь могу ответить вам однозначно. То есть, пока красная линия находится между синими, торгуйте в свое удовольствие. Если красная линия зашла за верхнюю синюю, то лучше не становиться в покупке. А если вы уже в покупках стоите, то готовьтесь, скоро будете выходить. Если он заходит за нижнюю синюю линию, то лучше не открываться в продаже. А если вы уже стоите в продажах, готовьтесь скоро закрываться. Когда закрываться? Когда красная линия вернется внутрь канала. То есть вот, посмотрите. То есть вот здесь было предупреждение, что далеко вверх он не убежит. А вот здесь, когда она вернулась, он сказал, что все, сматываем удочки и уходим. Сказал фактически на самой макушке. Вот здесь, когда было резкое падение, да, то есть когда вот он на следующей свече уже после сигнала, вот здесь был сигнал, да, а вот здесь красная линия уже была за синей. То есть вот здесь он сказал, скоро это все падение завершится. И вот после этой свечки уже, вот тут вы поняли, что пора убегать из продаж, иначе в результате спалим всю прибыль, которая уже набежала. Поэтому здесь сигналы однозначные. Если не хотите заморачиваться, я специально для тех, кто привык к однозначностям в трактовке индикаторов, я, собственно, сам тоже вот до подобных вещей очень люблю придираться, поэтому вот вопрос, который задан, в принципе, мне нравится. Есть дискретная версия, специально сделана для этих целей. Хотите, возьмите дискретку, по смыслу они абсолютно одинаковые. Увидели палку вверх, значит, сваливаем из покупок. Увидели палку вниз, сваливаем из продаж. Все. Абсолютно однозначный сигнал. По-другому трактовать невозможно. Очень просто.
Просто если мы смотрим в аналитичном виде, мы можем увидеть не только момент выхода, то есть здесь он филингует именно момент выхода красной линии обратно внутрь канала из зоны перекупленности или перепроданности. А вот этот момент он не засекает. В принципе, можно добавить формулу, чтобы он и ее видел тоже. Поэтому, если хотите, вначале можете дискреткой пользоваться. Она в раздаточном материале тоже будет. Так, надеюсь, на вопрос ответил. Александр, с вас плюсик, если все понятно. Так, Павел, на фунте пока 138 пунктов. Вообще великолепно, я так понимаю, еще с самых низов зашли вот здесь. Так, дальше, так. Так, плюсик вижу, замечательно. Так, швейцарский франк, следующий. Здесь сигнал на покупку, вот как раз к только что рассмотренному вопросу. Осциллятор не запрещает вход, поэтому кто караулил швейцарца, соответственно, вот сигнал на покупку был, и сейчас, возможно, стоите там с малюсеньким профитом, если не выскакивали где-то вот здесь, по каким-то своим собственным причинам. То есть сейчас пока что можно просто банально перейти в безубыток и стоять. Выбьет, ничего страшного, скоро наверняка будет новый сигнал. У нас есть новый минимум, у нас есть новый максимум, так что наверняка сегодня до 17 часов он еще раз скажет, куда идти. И еще раз к вопросу о том, что когда нужно убегать из позиции, вот было движение вниз, да, и вот здесь красная линия вернулась обратно в канал. Момент возвращения говорит о том, что пора уходить из отдельно взятого импульса. Если, Александр, если до этого не работали с 38 попугаями, до этого, да, то я на всякий случай хочу пояснить. Он работает именно в рамках отдельно взятого импульса. То есть он оценивает силу импульса и момент его окончания позволяет рассчитать. В тренде или во флейте он не видит. То есть он оценивает любые импульсы, и в тренде он бесполезен. То есть он не может понять, в какой фазе рынка вы находитесь. Он просто тупо оценивает силу импульса. Когда заканчивается тренд, он не понимает, потому что он в принципе не видит разницы между флетом и трендом. Поэтому вот эти моменты не забывайте. То есть индикатор показывает ровно то, что в него изначально заложено. Его самое главное не наделять какими-то дополнительными свойствами. Так, вижу, пока внутренний разговор идет. Так. Все, вроде бы все обсудили. Так, следующая японка. Так, японка. Вчера был достаточно такой спорный момент на вход. Вот здесь, да, то есть цена пробила одной свечой сразу оба угла. И реверсивный 1.1 и основной 1.1, не перенесенный вот здесь, да, сбегала наверх. Сбегала на 36 пунктов и потом откатилась назад, может быть, даже вас в безубытке выкинула назад. Вот. И вот опять она, как змея, продолжает виться около 1.1, вот уже сколько времени, по сути, вот, включая текущий час, это сколько там, 214 часов. То есть почти 2 недели, да, то есть, ну, периодически рост бывает, но вот этот, к сожалению, маловат был. Вот, но сейчас мы можем перенести углы заново, то есть здесь досрочного выхода не было по осциллятору, по сути, только если вы вот этот маленький дивер увидели. Классического именно сигнала 38 попугаев не было. И сейчас углы переставили заново. Тоже, опять же, надо дождаться, чтобы был пробит и реверсивный, то есть вот эта падающая пунктирная линия, и восходящая сплошная линия, основной 1.1. Пробивает обе, вперед, идем снова на те цели, которые мы еще пока что не взяли. Так, еще вижу мнение. Похоже, что толпа держит фунт на бирже Chicago Mercantile Exchange на уровне 21.50.
Так, еще сообщение от Павла. Так, я вижу это комментарий к предыдущему какому-то посту, что он на селе хеджировал сделки. Так, если есть те еще, кто японку взяли, жду сообщений в чате. Следующий — австралиец. Вот, австралиец, все-таки те, кто не испугался, да, и оставил сделку открытой, фактически могут уходить из покупок, которые были открыты вот здесь, при выходе из зоны условного касания наверх, могут уходить прямо сейчас. То есть вот прямо сейчас формируется сигнал по осциллятору на выход из позиции. Либо те, кто хочет попробовать хапнуть немножко больше, можно просто взять стоп за ближайший угол, поставить вот так и пусть стоит. Выбьет — все равно плюс заберете, только чуть поменьше. Если пойдет еще наверх, ну, значит, заберете больше. Модель новую построить не можем, потому что он непонятно как идет. Да, если выйдет за пределы канала, то можно будет уже этим делом воспользоваться. То есть, кто заходил вот отсюда, у кого байстоп выбило вот тут вот, по нервам поездил немножко, в минусе посидел, но вот сейчас уже фактически до цели в канале дошла. Здесь самое главное — особо не жадничать. Напоминаю, что обычно кто работает по каналу, прибыль 40% от ширины канала, убыток 20% от ширины канала. Схему я показывал, если кому-то надо будет еще раз подгрузить, показать, я, соответственно, покажу. Так что, кто стоит в покупках, очень внимательно, вот конкретно взятый импульс, возможно, вот или сейчас, или на следующем часе уже захлебнется. Так, еще сообщение от Михаила. Странное поведение иены на процентной ставке. Первый раз такое вижу. Видимо, иена будет ждать решения ФРС, которое будет завтра. Так, благодарим за сообщение. Следующий — новозеландец. Вот сигнал по новозеландцу был сгенерирован на покупку вот здесь. И фактически на следующей свече сразу осциллятор сказал, что скоро будем уходить. И уже на следующей сказал, что все, уходите. То есть прибыли тут было буквально 10 пунктов. По сути, поживились только скальперы. Поэтому те, кто еще остаются в позиции там буквально с несколькими пунктами, можно поставить без убыток. А все остальные, кто вне рынка, переносим углы и ждем дальше. Сейчас особо волатильностью рынок не радует. Но на этой неделе, я думаю, все еще несколько раз успеет поменяться. После того, как процентную ставку будут объявлять по ФРС, там будет значительно веселее. Следующий — канадец. Канадец вчера дал сигнал на покупку вот здесь. И пока в подвешенном состоянии, в небольшом минусе находится. То есть стопы не выбил, потому что он буквально сместился там на 15 пунктов. И вот пока в непонятках находится. То есть он тоже вьется вдоль 1.1, так же как и японская иена. И вот пока не получается у нее заходить все-таки по ту сторону 1.1. Почему я всегда говорил вам, что когда реверсивный угол на пробитие стоит очень близко к основному углу, то лучше от таких сделок воздерживаться, потому что она может даже вот, если бы она пошла сейчас, например, наверх вот так, она вот так стукается в 1.1 и потом отскакивает назад. То есть такие сделки интересны в основном только скальперам. Те, кто любит хватануть побольше, лучше открываться после того, как уйдет за 1.1. Ну и не забываем про осциллятор, он всегда предупреждает, когда резкие движения происходят. Так, прошу схему по каналу. Так, хорошо, Александр, тогда просьба мне напомнить, когда буду делать раздаточный материал, добавить его в архив. Потому что я к концу мероприятия могу забыть. Вот, поэтому вы мне напомните, я картиночку добавлю.
Так, еще вижу сообщение. Вообще большинство валют торгуется в балансе, идет набор позиций, куда будет импульс, пока не ясно. Ну, вот такое подвешенное состояние сейчас почти на всем, согласен, Михаил, с вами полностью. Так, Олег пишет, стою в покупке по иене плюс 55 пунктов. Ну, как раз можете перейти в безубыток, и тогда можно стоять дальше. То есть цели у нас пока что еще находятся наверху и достаточно далеко, так что можно стоять смело. Раз такой расклад. Так, канадца мы уже обсудили. Теперь переходим ко второй части. Переходим к расчету по квадратам. Значит, сейчас у нас уровень по времени 8 часов. Сейчас может образоваться минимум, и цена может пойти наверх. То есть, так как мы находимся пока внутри изначального диапазона, который образовался в начале недели, здесь могут торговать в основном только скальперы, остальным лучше сюда не лезть. А так работаем стандартно, то есть пробивает верхний обозначенный уровень расчет на 1.09956, значит идем дальше наверх на 1.10518, вот сюда. Если пробивает вниз 0.9507, то идем вниз на 1.08721. Вот здесь после новостей была попытка сбегать вниз, но при этом получился еще небольшой дивер, и дивер как раз остановил этот процесс. Про дивер тоже не забываем. Так, спускаемся немножко пониже. Сейчас, как видим, как раз был разворот еще и по времени. Рано утром сегодня цена сбегала наверх. Уже обозначила диапазон в рамках сегодняшнего дня, который вот сейчас он будет пытаться пробить. Хватит у него силенок или нет, выясним, я думаю, в ближайшие пару часов. Но учтите, что вот это движение, которое сейчас происходит, скорее всего, с первого раза не пробьет 0.9637, потому что осциллятор уже показывает, что далеко он особо не убежит. Кстати, в качестве дополнительного комментария, вот, кто задавал вопрос по попугаям, Александр, кажется, да, вот это альтернативная версия 38 попугаев для скальперов. Здесь калибровочные уровни делаются с затуханием намеренно для того, чтобы вы могли вылавливать более маленькие импульсы. То есть это тот же самый индикатор, только он имеет приписку в конце АТ. То есть красная линия рассчитывается также, формулы для синих линий другие. Поэтому вы можете посмотреть, какие вам больше нравятся. Если вы любите торговать в среднесрок и в долгосрок, то в этом случае обычные попугаи вам подойдут. А если вы скальпер или высокочастотник, то больше подойдет именно АТ. Следующий фунт стерлингов. Цена сбегала наверх. То есть пробила 1.22.052. Мы с вами обсуждаем обычно, что если останавливается на промежуточной цели, то к основной цели не пойдет. Вот идеальная остановка, да, то есть ложный пробой. Плюс еще осциллятор сказал, что дальше никуда не пущу. Вот, вот здесь, по сути, сигнал остановки движения. Мы это уже только что обсуждали с вами, да, минут 10-15 назад. Вот, и сейчас он отходит назад. То есть, что сейчас будет делать? Он может снова отойти, отбиться от 22.052 и попытаться сделать еще что-нибудь. Хватит силенок у него или нет, ну, скоро узнаем. В ближайшее время это 23.20, следующий расчетный уровень. То есть, здесь он по времени развернулся уже сколько? Третий раз подряд идеальный разворот, да, то есть, здесь развернулся вниз, здесь развернулся вверх, потом отошел, еще раз развернулся наверх. Так что, поводов не доверять расчету по времени у нас нет. У нас на этой неделе еще будет сегодня, получается, в 23.20, я уже сказал, 3 числа в 5 часов 20 минут и 4 числа в 11.20. Еще 3 временных уровня остается. Так что не пренебрегайте этими значениями. Вот, в идеале для фунта был бы вот такой расклад, если бы он пришел в 23.20 к значению 22.052. Тогда оттуда он мог бы еще стрельнуть наверх, и мы бы могли к нему присоединиться с очень маленькими стопами. То есть тогда бы, ну, грубо говоря, убыток потенциальный был бы, ну, если сильно не жадничать, грубо говоря, там 15 пунктов, а потенциальная прибыль была бы 86. Да? Ну, как раз отличный расклад получился бы.
Следующий фунт стерлингов на 15 минутках. Очень похоже на то, что происходит с евриком. Давайте диапазон тоже выделим сразу. Сейчас близится расчетное время, 9 часов утра по времени MetaTrader. Как видите, первое время расчетное уже себя подтвердило. Соответственно, если сейчас он отобьется от 22.155 в 9 часов образуется фрактал, то скальперы могут даже отсюда встать наверх в рамках нескольких часов и попробовать взять 30 пунктов. А если он еще и вот эту цену пробьет, то, соответственно, цель автоматически увеличивается до 67 пунктов. На 15 минутках это очень большие цели, при учете, что стоп-лосс, если вы даже очень сильно будете осторожничать, стоп-лосс будет 23 пункта. То есть 3 к 1 получится. Поэтому те, кто допускают торговлю на фунте стерлингов, обратите внимание. И сегодня еще временные уровни расчетные, это 15 часов и 21 час. Следующий швейцарец. Швейцарец не вышел за пределы диапазона, который мы с вами в понедельник обозначили. Время для него абсолютно никаких изменений не принесло. Первое это 3.20. Ждем, по сути, прихода американцев. Возможно, колебания доллара как-то повлияют на котировку доллар-швейцарец. Пока он не выйдет выше 99.053 или ниже 98.636, никаких колебаний особо сильных, на которых можно будет поработать, скорее всего, не будет. Следующая японка на квадратах. То есть вот была попытка вырасти, не получилось. Сейчас уровень по времени. Возможно, попытка будет сейчас еще одна, если мы увидим здесь после этого часа. У нас есть потенциальных две свечки, которые могут стать большими бычьими свечами. Грубо говоря, если мы увидим вот что-нибудь типа вот такого вот, это вот, допустим, вся свечка, прямоугольнички, не хочу рисовать, да? Вот. Если мы увидим вот такое движение, резкое ускорение, то с пробития 105.024 можно присоединяться. Тогда первая цель 105.497, которую он фактически в пункт взял, но пробить не смог. А основная цель, как была, 106.127. Не забывайте, что промежуточную он должен проскочить так, как будто ее вообще нету. То есть вот так вот какая-то свечка должна закрыться, прям вот это тело без теней, да? То есть она сразу проходит и закрывается за ним. Без каких-то там свечных конфигураций, там завес из темных облаков, ложных пробоев там и так далее. Вот этого ничего быть не должно. Иначе так же, как здесь, сразу сворачиваем удочки и убегаем. Не забываем то, что может опять быть дивергенция. Не забываем то, что осциллятор может предупредить, что пора убегать и так далее. То есть дополнительными сигналами не пренебрегаем. То есть лишнего они здесь не будут. Следующий австралиец. Австралиец сейчас, как мы видим, по механике движения заканчивается. Вот. Согласно квадратам, у него есть возможность вырасти еще где-то в пределах 10 пунктов до полночи. То есть он может вот так вот медленно рисовать вот такую боковую коррекцию и потом оттуда рухнуть на более сильную просадку. Вот. Поэтому те, кто стоит в Австралии, на всякий случай перейдите в безубыток или стопы даже в плюс поставьте. Вот, потому что вот эта вещь обычно очень редко когда подводит. Ну вот простой пример, да, из недавнего прошлого. Вот фактически сразу, да, он сказал, что скоро заканчивается движение, пора выходить. Он чуть-чуть еще порос немножко и все равно рухнул. Вот здесь то же самое, да, то есть чуть-чуть еще порос, все равно рухнул. Здесь то же самое, да, то есть на всякий случай просто переведите сделку уже в потенциальный плюс, чтобы не было волнений насчет того, чем все закончится. Так, новозеландец. У новозеландца была попытка выйти из обозначенного в понедельник диапазона. Осциллятор сказал, что ничего не получится. Так, собственно, и получилось. Сейчас, наверное, будет попытка второго захода. Но не будем пытаться угадывать. У него фактически до без 20 час ночи времени еще больше, чем достаточно, чтобы попробовать сделать еще один рывок наверх.
Если останется в диапазоне, то и трогать его тоже не нужно. Мы присоединяемся к импульсу, который будет с пробития 71.659 вверх или с пробития 71.264 вниз. Пока он там болтается внутри, лучше на него внимания особо не обращать. Следующий — это канадец. У него диапазон пошире, развернулся по времени, в 23.20 побежал наверх, но цена удержала. Тут же произошел разворот еще и по цене. То есть, как видите, по двум степеням свободы развернулся. Сначала по одной, потом по другой. И сейчас вот топчется на месте. Скорее всего, топтаться будет до вечера, до прихода американцев или вот до 19.20. Потом, возможно, начнутся какие-то ускорения. Поэтому сейчас пока расслабились, ждем, пока придут американцы. Уровни, после которых присоединяемся к импульсу, никак не меняются в течение недели. Это 1.34.235 и 1.33.630. Все. Теперь золото на днях. Вот как раз близится момент истины, да, то есть дивер у нас все еще есть. Вот. И расчетное время — это с погрешностью в 2 дня, 1.11, то есть сегодняшний день. То есть у нас еще в потенциальных расчетах участвуют завтрашний и послезавтрашний день. Сегодня у нас получается вторник, среда и четверг. Это потенциальные тоже моменты отката золота назад. И в пятницу 4 числа мы уже будем обсуждать, отработалось это время или не отработалось. Если не отработалось, то, соответственно, постепенно начнет ползти дальше наверх. Это будет считаться пробитием временного уровня. И мы идем дальше, ну, для начала к 1300, а там уже не за горами и 1400. Если же будет откат, вот здесь мы увидим фрактал, да, то она как раз и вернется на те вот потенциальные точки отката, которые мы обсуждали. То есть, согласно биржевым уровням, это 1240, прошу прощения. Вот, а по расчетным данным это чуть-чуть ниже, 1231.46. Это если смотреть по любимому углу для цены. Теперь золото на часах. Давайте поближе. Сейчас близится очень сильная потенциальная точка разворота. Ну, давайте предыдущую посмотрим. Разворот был по времени, да? Цена развернулась, не смогла пробить уровень по времени, ушла в другую сторону. И сейчас она фактически войдет одновременно в область двух уровней. Один по цене — это 1280.84, другой по времени — это сегодня 9 часов утра по времени метатрейдера, но с погрешностью в 2 часа. Плюс еще и дивер здесь, да? Поэтому золото, скорее всего, в рамках нескольких часов оно будет падать. Ну, как минимум, может быть, до вечера, пока американцы не придут, или где-то до 2 часов ночи. Куда может упасть? Упасть может на 1275 или на 1270. То есть вот, если мы увидим фрактал, то может быть либо вот так, либо вот так. О каком-то глобальном развороте я не говорю, говорю исключительно об таком небольшом падении, не более того. Присоединяться к покупкам можно будет только если он закрепится на 1280.84, и то локально, то есть взял и убежал. Так, еще появились сообщения. Павел пишет: по золоту покупка уже плюс 160 пунктов. Да, и Павел пишет: сделка лонг. Если стоите в плюсе, замечательно. На всякий случай просто перейдите в безубыток. Потому что вот этот сигнал еще не подтвержден. Он будет понятен в течение, вот уже 10 часов наступило, значит, в течение 2 часов будет ясно, отработался этот сигнал или нет. То есть он отрабатывается, я уже примеры приводил, да, то есть он отрабатывается либо сразу, либо никогда. То есть обычно, когда происходит отскок от двух степеней свободы сразу, то это видно очень явно. Так, Павел задает вопрос. Так, я вижу, и мне, и Михаил. Держать ли по золоту? У меня бай открылся по 1281. Ну, расстояние здесь небольшое. Если
убыток маленький, то я бы сделку закрыл. Потому что если цена потом все равно пойдет наверх, считайте, что вы просто чуть-чуть больше спреда заплатили, там фактически 4 или 5 спредов заплатили, потом их отобьете, когда снова присоединитесь к этому же самому движению. А если он откатится назад, потом снова купите, например, если он вот так откатится, да, потом с более низких цен заберете, и будет более выгодная точка входа. То есть я обычно не сторонник лишних рисков, просто сейчас не самый лучший момент для входа в покупку, вот, если он у вас только что сработал. Или же можете, если не хотите сделку закрывать, можете просто стоп поставить поближе, за минимум предыдущей свечки. То есть если он будет образовывать фрактал, то он в любом случае зайдет за этот минимум. Если он будет пробивать время, то за этот минимум он не зайдет. Тут все будет очень просто, тогда можно будет сделку не закрывать, но тогда чуть-чуть больше будет потенциальный убыток. Так, дальше. 15-минутки. На 15-минутках, кстати, тоже по времени и по цене тоже разворотный сигнал. Так что сейчас свечка закрывается за 1279.38, будет сигналом к тому, что попытается упасть, но только на более низкие значения. И осциллятор показывает, опять же, что движение сейчас может приостановиться. Так что в ближайшие минут 30 караульте все, кто золото торгует. Так, серебро полезло наверх, уже почти первую цель взяло, так что любители серебра, я думаю, сейчас уже похвастаются первыми сделками. Вот он зашел за 17804, кто байстопы ставил, я так понимаю, уже стоят в открытых позициях. На всякий случай, кто открывался, можно перенести стопы в плюс, где-то в район 17817-815, именно на линию Ганна. Потому что сейчас, в ближайшее время, он может откатиться слегка назад. То есть вот, дивер, как бы вполне нормально, да, если он немножко назад отойдет и потом еще раз ударит наверх. Потому что 18 ровное число, психологический уровень его наверняка используют многие участники, после него будут закрывать первые контракты, да, то есть будут селы идти, и он немножко откатит серебро назад. А после прохождения 18, уже следующие цели 18266, потом 18776, 19334, соответственно. Так, не надо это. Так, дальше, кто еще остался? Рубль, как всегда. Нефть, опять обновили название инструмента, мне данные не подгрузились. Так, по японке. Ну вот она подходила к любимому углу 105.26. Напоминаю, когда возникает такой случай, что у цены два любимых угла, то формально у нас больше не существует уровней поддержки и уровней сопротивления расчетных. У нас есть области или зоны поддержки и зоны сопротивления. То есть любое значение между 104.994 и 105.260 могут стать точкой остановки. Ну, что мы вот, собственно, сейчас и увидели. Да? Если он сейчас эту область все-таки пробьет, то как минимум следующая цель будет 106.10. То есть если будете входить именно с пробоя, то 84 пункта потенциальной прибыли, а кто уже стоит по иене в плюсе и дальше собирается держать, то вам еще как минимум 120 пунктов сверху можно будет накинуть. В ближайшее время, когда будут какие-то изменения, расчетное время, это будет либо 3.11 в 4 часа ночи, либо 3.11 в 22.00. Так. Еще вижу сообщение. Так, от Михаила по золоту. Коррекцию, потом рост. На бирже Chicago Mercantile Exchange появился большой объем контрактов на уровне
1200, уровень хорошо защищаю. Следующее сообщение от Павла. Я совсем не уверен, что золото опустится настолько. Так, восходящий канал достаточно четкий. Михаил пишет, я тоже мало в это верю, что такое будет. Дальше сообщение от Павла. С 13 октября четкий канал вверх. Дальше Александр задает вопрос, пробой канала фиксировать полной свечой. Ну, можно использовать разные трактовки пробоя, но как минимум одна свечка должна закрыться за границей канала, если вы работаете агрессивно с классической точки зрения. Свечка должна закрыться за границей, и следующая свечка должна остаться по ту сторону, то есть закрыться тоже по ту сторону от границы. Так, еще сообщение от Михаила, но это рынок, мы не можем на 100% знать, что произойдет через час или завтра и так далее. Ну, естественно, то есть мы работаем всегда с вероятностями, тут абсолютно согласен. Швейцарец по времени мы идеально отработались, тут еще падающая звезда была, сейчас прилипли к любимому углу 98-939. Вот, если сейчас отобьется, как видите, здесь ему будет сложно приподняться сразу, потому что с одной стороны здесь 1-1, с другой стороны любимый угол. Поэтому, возможно, будет небольшой такой маленький отходик назад, и потом после него он будет стараться бить еще раз вверх. Поэтому швейцарца лучше смотреть сейчас не на днях, а на часах. Там будет значительно более понятно, что происходит. Так, давайте теперь сохраню раздаточный материал. Сейчас перейду на рабочий стол по индексам. Вчера как раз посчитали еще для индекса высокотехнологичных предприятий, для NASDAQ, расчетку. Сейчас, кстати говоря, по Никее генерится слабенький сигнал на покупку, но лучше входить после 17453. Но это еще завтра успеем обсудить, какие точки входа будут. Мы как раз обсуждали, что будет третье касание, после чего может откатиться назад. Это уже не в рамках сегодняшней лекции. Так, возвращаюсь назад. Файлы сохранились. Так, мне задавали вопрос, канал с зоной условного касания. Так, пока я сейчас буду сохранять, вот вам картинка. Кому нужно, сделайте принтскрин. Вот здесь цифры указаны, это взять канал Фибоначчи и вбить в него вот эти уровни. Тогда он превратится из канала Фибоначчи в канал с зоной условного касания. Так, сегодня уже 1.11.2016. Так, файлы сохранены верно. Напоминаю, что у вас, по идее, должны были перестать работать индикаторы. Так, ну, я думаю, скрин сделали. Поэтому сегодня обязательно всем обновить раздаточный материал. Так, на всякий случай считалку ПФ вам даю, то, что обсуждали на клубном дне. Пустой дневник трейдера. Так, вроде бы все. Так, все, файл готов, сейчас закину в облако.
Так, для тех, кто будет смотреть в повторе, ссылку закинул, теперь в чат. Кстати говоря, у нас новый месяц, следующий клубный день, скорее всего, будет где-то в районе 25 ноября. Если есть какие-то пожелания, предложения, то есть какие бы темы вы бы хотели видеть на следующих клубных днях, опять же, пишите свои предпочтения на почту или можете сейчас в чат высказать пожелания. Я как раз, когда буду тему для следующего клубного дня выбирать, этот момент постараюсь учесть. Так, ну, у меня получается на сегодня все. Если что, в чате я как раз еще в ближайшие минут 5 буду, на всякий случай, если возникнут какие-то вопросы. Всем удачи, попутного тренда, встретимся на других семинарах. До свидания.